Ты довольна сегодняшним днем? Да, в принципе, довольна. С каким счетом ты сыграла? Я сыграла с нее плюс один. Получается, что ты улучшила свой результат? Да, в сравнении со вчерашним днем улучшила. Какой был счет у тебя? Вчера плюс 6 я сыграла. Как это получилось? Что ты изменила в своей игре? Ничего не меняла, в принципе, плана придерживалась. Просто вчера больше было ошибок, больше с клюшками ошибалась. И здесь такое поле, что если ты находишься у неправильной стороны флага, то проблематично пар спасти. Сегодня просто и ошибалась в правильную сторону, и вообще меньше ошибок было, поэтому не получится. С кем ты шла во флайте? Я шла с Сашей Чекалиной и с Катей Болгаровой. Как у вас была атмосфера? Атмосфера дружеская, приятная. Ну, мы особо не разговаривали друг с другом, но, в принципе, комфортно. Все быстро играли, мне это важно. Я не люблю тех, кто медленно играет. Все играли быстро, хорошо, поэтому все супер. А скажи, пожалуйста, какие-то моменты у тебя сегодня запомнились? Это удача или неудача? Ну, на 16-й лунг Шен сделала воду, в принципе, он мне прям запомнился от души, очень хорошо. Вот, а так, в принципе, ну, да нет, ну, бёди всегда запоминаются. 3 бёди я сделала, такие нормальные. Пат неплохие были, но, в принципе, такая ровная игра, без каких-то там супер ударов, всё ровно. Какой-то прогноз ты можешь сделать на завтра, на послезавтра? Нет, прогнозировать ничего не буду, все будет как будет. Я просто буду придерживаться плана своего, плана игры, и что будет, то будет, посмотрим. Ты сказала план игры. Что ты подразумеваешь под планом? В какие места нужно выходить, куда нужно около грина играть, где агрессивно сыграть, где не агрессивно, какие клюшки, брейки и все прочее. Ну, я думаю, все гольфисты знают.